Всем привет, друзья! Сегодня 12 апреля, 17 день моего сброса веса. Вот. Ну и все. Идем, фиксируем вес. Вот и отлично. У меня получается минус 300 грамм. Это говорит о том, что я вчера нормально поработал. Кстати, я нормально поработал над весом и также поработал на своем канале. Убирал, короче, музыку, которая нарушала авторские права. Вот, сейчас зашел на канал, глянул. Ну, она обрабатывается там, то есть долго. Зашел на канал, глянул, короче, а там ролики стоят на месте, музыки в них просто нету, но заниматься этим сейчас некогда. Вот, время уже 7 часов, 8 час, короче, пошел собираться на работу, все, и полетел на рабочку. Сегодня пятница, сегодня у меня тренировка в зале, так что, друзья, до вечера. Всем привет еще раз, вот так вот. И это, короче, пришел с рабочки, малеха отдохнул, сейчас веду работы там на своем канале, у меня там, ну, короче, меняю музыку там вот эту, которая с авторскими правами, на ту, которую предлагает YouTube. Вот, блин, я скажу, там дело такое непростое, там это так все долго ждать надо, это вообще дофига делов там. То есть музыку заменила, там еще ждешь, она пока она обработается, там несколько часов, я даже не знаю, может, часов 5, наверное, ё-моё. Короче, уже я вот эти последние ролики заменю музыку, походу, а дальше туда даже и не полезу. То есть, ну, не хватит у меня просто терпения там столько все это ждать. Вот. Просто дальше буду ролики уже пилить, уже правильно, как надо, короче, ну, с нормальной музыкой. И все, короче. Ну, в общем, сейчас у меня вечер. Короче, мне пора на тренировку. Сжигать калории буду, которые получил в течение дня. Вот. Сегодня пятница, тренировка у меня в зале будет происходить. Это вообще замечательно. Вот. Ну все, друзья. До следующего включения. Погнали!
все, друзья. 18-й день подошел к концу. Тренировочка прошла нормально. Все. Всем до завтра. Завтра на весы. Пока.